Мы вдруг обнаружили, что вот сейчас стандарты уходят немножко в новую историю про то, что мы не можем, люди спрашивают что-то особенное наряду с чем-то стандартным. И вот эта связка особенного со стандартным, она очень хорошо проявляется, например, в том, чтобы оборудовать общественное пространство, но не стандартной конфигурацией, когда мы просто бизнес-центр делаем, а, например, школа. Теперь в школах нужно сделать так, чтобы детям было интересно. В университетах появились другие типы пространств, когда ребята занимаются не в аудитории на 200 человек, а им нужно жить в коллективе на 12 человек, и мебель должна помогать этому. Так вот, это новый спрос, который требует не истории про технологию производства мебели, а понимание жизни законов общественного поведения, нового общественного поведения. И теперь вдруг производителям мебели нужны стали те, кто понимает это. Это вообще-то концентрация ресурсов в университетах. И наши школы дизайна, они же не про искусство, они про продукты, которые способны сделать серийным. Но серийным это не обязательно серия в миллион штук. Это серия другого типа, это коммерческие продукты из арта в коммерцию. Вот для этого нужны экономисты, для этого нужны социологи. И в этом смысле такие университеты, как наш, где есть сосредоточие ярких имен и компетенций, очень хорошая платформа для того, чтобы делать подобные проекты. Но, конечно, в любом деле нужно, чтобы была другая сторона. Например, первая мебельная фабрика. Например, крупный игрок, который понимает рынки новые. И они, например, реально являются теми, кто делает мебель теперь для школ. А городская власть является держателем ресурсов. И мы хотим рассказать городской власти, что давайте делать школу другими. Потому что мы можем сделать эту школу не из-за технологии другой, там Шостаков ее, наверное, знает без нас, а потому что мы можем подготовить пространство для нового человека, который в мегаполисе есть, и не только в мегаполисе. И в этом смысле это новый продукт. Хорошо, что вице-губернатор Петербурга видит перспективу поддержки такого класса проектов в университетах. Мы будем делать проектную учебную лабораторию с первой мебельной фабрикой. Дай бог, чтобы это получилось.